Добро пожаловать на наш канал Airgun Media. Сегодня вашему вниманию представляем пружинопоршневую пневматическую винтовку от немецкого производителя Diana, модель 350F Panzer Magnum Т-06. В комплект поставки входит документация к винтовке, усиленная пружина и утяжеленный поршень, а также сама винтовка, которая дополнительно защищена полиэтиленом. Ложа винтовки выполнена из качественного оружейного пластика. Затыльник выполнен из пластика. Труба компрессора, муфта ствола и ствол выполнены из оружейной стали. Открытые прицельные приспособления регулируются в двух плоскостях. На целике и мушке имеется оптоволокно для более быстрого прицеливания. На трубе компрессора имеется планка ласточкин хвост для установки оптических и коллиматорных прицелов. Винтовка переломного типа. Ствол на винтовке нарезной, соответственно, стреляет она свинцовыми пулями калибра 4,5 мм. На винтовке установлен автоматический предохранитель, который становится каждый раз при взводе винтовки. Для настройки хода и усилия на спусковой крючок имеются два регулировочных винта. Тестировать скорость выстрела будем свинцовыми пулями Excite Blinking от немецкой компании H&N весом 0,48 грамм. Пуля устанавливается непосредственно в ствол винтовки. Данная модель отлично подойдет для развлекательной стрельбы, а также для тренировочной стрельбы по различным мишеням. Благодаря нарезному стволу данная винтовка выдает хороший результат кучности. Как видим, в среднем винтовка выдает около 196 метров в секунду. Так как данная винтовка сертифицирована до 7,5 джоулей, приобрести вы ее можете в любом розничном магазине сети Airgun только самовывозом, при наличии паспорта и достижении совершеннолетнего возраста. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть далее в наших обзорах.